Во время очередного рабочего визита в поселок Черноморский глава Северского района Андрей Дорошевский посетил два дошкольных образовательных учреждения. Детскому саду номер 28 более 70 лет, хотя внешне так и не скажешь. За счет муниципального бюджета не так давно здесь полностью заменили кровлю. Руководитель сада Валентина Картушина работает здесь около 28 лет. Столько уже сделано, сделано, еще хочется очень много сделать. Да, надо еще тенечки поделать, площадочки. Своими силами коллектив дошкольного образовательного учреждения содержит территорию в образцовом порядке. Свежевыкрашенные теневики и тематические площадки, цветники и разнообразие садовых фигур. Глава района отметил, что везде здесь чувствуется хозяйская рука. Посетил руководитель муниципалитета и детский сад номер 8. Заведующая дошкольного учреждения Яна Калинина рассказала о масштабных преобразованиях. Произвели реконструкцию газового оборудования, заменили старые теневые навесы и произвели частичный ремонт пищеблока, где появилась новая газовая плита. Глава района пообещал посодействовать скорейшем подключении коммуникаций после ремонта и открытии сада уже на этой неделе. Кроме того, Андрей Дорошевский дал поручение заняться проектированием кровли пищеблока и ремонта его внутренних помещений.